Что может быть лучше, чем звонкий хохот счастливой ребятни с нетерпением, ждавшей этой прекрасной новогодней традиции? Большой творческий праздник для детей и их родителей ТОС «Уютный двор» проводит не впервые. По традиции мы решили как-то разнообразить это все и, соответственно, придумали конкурсы «Самая лучшая елочная игрушка». Каждый ребенок с семьей, с родителями изготавливает интересные креативные игрушки. Я считаю, что это как раз-таки сближает семью. Создавать праздничную атмосферу члены товарищества начали 4 года назад. Была у них и искусственная зеленая красавица, и максимально креативная – из автомобильных шин. В этом году решили остановиться на классической ели. Впрочем, вне зависимости от внешнего вида главного новогоднего символа, жители всегда подходят к украшениям с большим энтузиазмом. У меня двое детей, и мы как бы стараемся участвовать в этих конкурсах и делать поделку. Вот мы делали поделку часы все совместно. Создает праздничное настроение новогоднее. В этом году, согласно постановлению губернатора, все новогодние мероприятия в школах и детских садах отменены. Но желание устроить праздник и вера в прекрасное детское новогоднее чудо – прекрасный повод дружно и весело провести время. Тем более на свежем воздухе. Чего тут только не увидишь – от традиционных бумажных фонариков и гирлянд до высокохудожественных утонченных украшений. Так, первое место за лучшую новогоднюю игрушку «Серебряную звезду» занял 12-летний Максим Егоров. Он участвует в конкурсе уже второй год подряд. Это новогодняя звезда. Мы делали ее всей семьей дружно. Помогали мне мама и папа. Была задумка просто сделать большую новогоднюю игрушку. Проходят новогодние события, новогоднее настроение сразу поднимается. Весело становится. Грамоты и сладкие призы за самые красивые и оригинальные игрушки получили 4 ребенка. Остальные же совсем не унывали. Они внесли замечательный вклад в общее добрососедское дело. Теперь каждый житель Пытьяха, зашедший в их дружный двор, сможет лицезреть эту рукотворную красоту.